Так, Сергей готовится к Оре. Его резать там. Он весь по листикам развалился. Вот это что достали? Мы не знаем, оно тут стояло. Мне кажется, сами куда. Что тебе надо? Что? Лиза открыла ящик с подарками. Цикорий мы разрезаем на две части. Нужна еще мисочка. Я, кстати, ела такую в Якитории, не помню, или в Тануке. Очень-очень вкусно получается. Это очень прикольная зеленушка. Вот это явно вот-вот, видишь, вот это вот. И говорят, вот эту серединку нужно вырезать, иначе она будет горчить. Говорят, я не знаю. Блин, так сложно. Че, мясо может достать отдыхать? Да, достаньте отдыхать. Там оно устало, что ли? Но профессионалы говорят, что мясу нужно отдыхать. Ты не помнишь минимум. Александра Бона? Сергей. Профессионального повара. Далее, цикорий мы должны сбрызнуть подсолнечным маслом, соевым соусом, посолить, поперчить. Ну и вообще в рецепте присутствует еще уксус. А что вы тут делаете? Она не откроет дверь. А вы ломитесь? Ну все, прозрачненько. Сережа сбрызгивает. Какой-то сумасшедший дом происходит. Лев! Еще растительное масло, соль и перец. Вот я только про соль думаю. А если мы уже его как бы соевым-то, соли немного будет? И не надо соли. Мне кажется, просто соли не надо. Подсолнечное и перец нужно или нет? Оливку. Сумасшествие. Конечно, алкоголь, он же душистый, это же не острый. Хорошо, все равно чуть-чуть. Так. Что мы делаем дальше? Обжариваем цикорий с каждой стороны по одной минутке. С каждой стороны по одной минутке. На каком масле-то? Растительном? На растительном масле. Так, на одной стороне у нас обжарилось минутку. Теперь на другой. Еще также обжариваем минутку. Потом мы накрываем крышкой и поливаем смесью бальзамика и соевого. Еще две минутки он жарится, наш цикорий, под крышечкой. Олег нам приготовил стейк. Лиза, у тебя чего? Овощи. Картошечка. И вот он, герой дня, цикорий. Папа приготовил цикорий.
подойди поближе. Смотрите, какой высокий джип GMC. Он просто гигантский. Надо Жене отправить. Мы идем гулять по ночному Дубаю. И, кстати говоря, я не знаю, зачем сравнивать. Тут, ну, тут есть завезенные пальмы. Учитывайте, что это пустыня, в которой построен город. Что это вообще в целом удивительно, что в пустыне построили город. Сюда завезли пальмы, сюда завезли растительность. Не надо это сравнивать ни с Россией, ни с кем. Как бы везде есть свои преимущества, плюсы и минусы. В целом это удивительно, что сюда вложено огромное количество денег, и здесь возвели город, и здесь существуют люди. И существует довольно-таки комфортно. Здесь есть все необходимое, и вода, и электричество, и газ, и так далее. Нету газа тут? Ну, короче, все блага цивилизации, что вы здесь же не на кострах жарите. И обогреваетесь не кострами,